Поиск новогоднего наряда легко можно превратить, если не в праздник, то как минимум в интересное событие. Именно так много лет практикуют в студии Viva Glam. Идея вообще, честно сказать, очень актуальна. Здесь организован такой девичник с такой прекрасной, интересной информацией, с прекрасным гостеприимством. И самое главное, что очень активно девушки как раз на такие мероприятия и откликаются. Эта встреча напоминает и девичник, и марафон мастер-классов. Лекции о магии камней, ювелирных трендах, особенностях вечерних причесок и макияжа, ну и, конечно же, профессиональный подбор гардероба на выход. Обычно мы всегда предлагаем очень много платьев различных, нарядных, вечерних, торжественных. Но в этом сезоне такой запрос я услышала, что люди хотят получить более функциональный гардероб. И поэтому в этом году мы богаты комплектами. Мы приготовили для встречи Нового года нарядные комплекты одежды, которые впоследствии можно будет комплектовать с менее нарядными вещами, с более повседневным гардеробом. Елена так видит, да, она очень творческий человек, и у нее вот это все не просто, ну, как-то протекает у нее. Она протекает постоянно в тренде, постоянно модные тенденции. Мне очень интересно с ней общаться. Я просто готова к таким экспериментам. У нее много таких нарядов, вот таких интересных, не пресловутых. Фотосессия в стильных образах, как репетиция главной вечеринки года. Кроме того, это еще и возможность примерить на себя что-то принципиально новое. Для меня это сюрприз, вот такой вот внешний вид. И я очень удивлена, в восторге. Мне понравилось. В повседневной жизни я не использую макияж. Тут я даже задумалась, мне очень понравилось. То есть такой легкий, естественный. Вот, благодарна этой встрече. Ожидание праздника – время волшебное, и здорово, если это ощущение не проходит с годами. Впрочем, если держаться рядом с людьми стильными и творческими, то и праздничные хлопоты станут легкими и незабываемыми.